Говорят, чтобы попасть в шоу-бизнес, нужны либо деньги, либо связи. Ну, сказать честно, есть еще один путь, о котором многие забывают. Через талант. Шоу-бизнес – это не столько шоу, сколько бизнес. Я не собираюсь строить свою личную жизнь из поводов для прессы. За твоими успехами наблюдаю и очень рад за тебя. Успех – не признак таланта. Я верю, что ветер переменится. Отныне это шоу закрыто навсегда. Нас не запугать, мы поставим наше шоу. А вы разыскивали Ромео? Не могу остаться. Стал явно влюбленный человек. Я поступил как придурок тогда. Теперь я здесь. Но я же вижу, что у тебя с этим недомерком. Все несерьезно. Тебе решать, Ромео я или нет. Как назовешь театр? А срок хорошие, yeah!